Уважаемые россияне, так сложилось, что режим нашего правительства развязал братоубийственную войну на Украине. В связи с этим, исключительно для сохранения жизни с обеих сторон, обращаемся к вам с призывом прекратить войну. Офицеры и солдаты вооруженных сил России, а также сотрудники Росгвардии, вас втянули в незаконное вторжение на территорию суверенного государства и заставили совершать военные преступления, которые не имеют сроков давности. Прекратите убивать украинцев. Призываю вас сложить оружие и возвратиться домой. Ребята, кто сейчас находится в крайне сложной и непонятной ситуации на территории Украины, обращайтесь в центр прекращения войны. Это даст вам шанс остаться в живых и вернуться домой, к своим семьям. Отдельно обращаемся к матерям, женам, детям. Не допускайте возможности забрать ваших близких на войну.